Ви хочете змінити щось у собі? Навчитися техніки макіяжу? Або робити зачіски, як у голівудських зірок? Та не знаєте як? Вам у цьому допоможуть студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. Здравствуйте! Присаживайтесь! Сегодня мы будем делать дневной макияж со стрелочками, легкий и такой, чтобы не бросался в глаза. Для начала нам понадобится тон и кисточка для нанесения тонального. Тональный начинаем наносить сначала пятнами, а потом растушевываем кисточкой. Так как макияж у нас дневной, мы не сильно много берем тонального, чтобы не было потом пятен каких-то на свету видно или пленки на лице. Маскируем все прыщички, недостатки. Глаза у девочки красивые, стрелки нам пойдут. Растушевываем тщательно по линии лица от носа и к вискам и от носа к лбу. Так как мы на глаза будем наносить тени, можно нанести немного тонального, закрой глаза, на глаза, чтобы тени подольше продержались и не сыпались. Дальше берем кисточку для пудры и так же, как наносили тональный, также наносим и пудру. Пудру мы наносим для того, чтобы не было жирного блеска на лице. Обязательно проводим по линии шеи, чтобы не было перехода резкого от шеи к лицу. Далее у нас идут румяна. Смотрим на лицо девочки по цвету и подбираем румяна. Так как она у нас такая светленькая, сильно темный брать не будем. Значит, берем вот такой вот светленький. Тоже много не набираем. Ставим самую темную точку и растушевываем. Румяна у нас персикового оттенка, они подходят почти всем светленьким. Дальше берем палитру теней и кисточку, желательно, чтобы она была пушистая. Берем самый светлый и наносим на глаз. Обязательно, когда красим, смотрим на модель в зеркало, чтобы мы видели, подходят ли ей эти цвета. Открой глаза. Закрывай. Так как мы смотрим на лице это одно, а в зеркале это совсем другое отражение. Дальше берем кисточку потоньше и наносим темные оттеночки. Мы взяли оттенок сиреневого цвета. Когда нанесли тени, просим модель открыть глаза, открой глаза, чтобы мы видели, как, по какому контуру глаза растушевывать. Обязательно помним правила макияжа. Мы делаем акцент либо на глаза, либо на губы. Дальше мы делаем стрелочки. Стрелочки мы рисуем подводкой для глаз. По контуру глаза проводим не широкую линию. Смотрим, одинаковой ли длины у нас стрелки. И если их где надо, подправляем. Так как мы делали акцент на глаза, губы мы подкрашиваем блеском, который не будет сильно выделяться цветом, а слегка придаст оттенок. Блеск мы наносим специальной кисточкой для помад. Итак, дневной макияж готов. Очень довольна результатом. Весенний легкий макияж. Сразу улыбка на лице появляется. Спасибо большое, Инне.